Я вот, знаете, так лет 50 думал, и вот совсем недавно даже, может быть, в прошлом году или, может, чуть раньше, но я как-то понял, для меня как-то это показалось, может быть, я ошибаюсь, конечно, как все люди всегда, что вообще Богу угодно, чтобы мы все были счастливы. Я как-то это так очень прочувствовал глубоко. И вот поэтому, вот, исходя из этого, я стал задуматься над этим, чтобы человек был счастлив. Что ему для этого надо? Я даже подумал, что хорошо бы в школе был бы такой предмет. Вот. Ну, как ОБЖ там, так и как быть счастливым. Потому что на самом деле школа как-то нас, наша современная русская школа, она учит чему угодно, но не самому главному. Не учит вообще семейной жизни и не учит смыслу жизни. Преподают всякие ботаники, тригонометрии. Из многих школьных предметов, которые я в школе изучал, сейчас тоже плохая, но когда-то я обладал феноменальной памятью. Вот. И вообще очень многое из того, что нам преподавали, я это все помнил. Вообще в жизни ничего не пригодилось. А потом, когда уже я учился в институте, закончил, я понял, что вообще всю школьную программу за 10 классов, у нас тогда 10-летка была, можно вообще за 2 года, если лениться, пройти. А если трудиться за год всему тому, что учишь в школе 10 лет, в общем, совсем не трудно. Вот, и поэтому непонятно, что там 10 лет делать. И как-то вот начинаешь понимать, что вот есть какие-то важные вещи, которые вот для молодого человека, который врастает вот так потихоньку во взрослую жизнь, есть такие вещи, которые должны ему быть понятны, и он должен в это быть настроен. Но ему как бы негде об этом услышать. Церковь занята богослужением в основном и проповедью церковных праздников. Семья занята добыванием пищи, ремонтом квартиры, ну и руганью там между собой. И часто теперь разводами. Треть детей сейчас рождается вообще вне семьи. А дальше это будет больше. Во Франции только 10% детей рождается в семье. Можете себе представить? Ужас вообще. Вот. И эти тенденции у нас нарастают. Школы этому не учат. Книг про это нету. По телевизору вообще там одна свистопляска, развлекаловка, в общем. Или политика, или развлекаловка, или ужасы. Вот. А на самом деле, конечно, человека надо как-то в этом ориентировать. И вроде и некому. И поэтому люди, ну, пока молодые, вроде, так сказать, ну, потому что ничего не болит, в общем-то. Родители живы, друзья тоже как-то. Пока под машину не попадешь, не дай бог, то вроде как-то все нормально. И поэтому вроде так и весело. Тем более можно и выпить пивка, и повеселиться, и там вроде как-то это все создает такой фон. Но вот в глубине, конечно, проходит какое-то время, и человек понимает, вернее, скорее чувствует, что он несчастлив. Большинство населения нашей страны начинает пить водку, потому что водка дает ощущение счастья. Выпил, и как-то все проблемы уходят. Некоторые наркотики, вот, некоторые думают, что счастье в деньгах, начинают эти деньги у других отбирать, попадают в тюрьму. Миллион почти человек в тюрьме сидит, молодых. Вот. В основном стариков-то мало сидит в тюрьме. Ну вот, а счастье, оно зависит как раз от очень таких простых вещей. Вообще, если вот Евангелие почитать внимательно, ведь Господь, ну, в самом таком центре своего учения,
говорит о блаженстве. Вот блаженство – это состояние, это счастье от слова «сейчас», когда человек испытывает вот, ну, радость такую сиюминутную. Вот, а блаженство – это вещь такая постоянная. И вот достичь блаженства вот, можно только определенным образом выстроив свою жизнь и почувствовав этого. И вот это блаженство жизни, независимо от обстоятельств, оно дает только приобщение к благодати Божией, когда человек вкусит. Есть четыре источника этого блаженства. Поэтому все их надо освоить. И смотреть, как преподобный Серафим говорил, вот я из купцов, и вот торговать тем, что приносит прибыль. Вот что прибыль дает? Там молитва или добрые дела, или там чтение. И вот на то больше там и нажимай. Источники благодати, суть – это Писание Священное, молитва, таинство Церкви и добрые дела. Вот апостол Павел. Он, был ли он счастливым человеком? Очевидно, совершенно. Он испытал вообще такое блаженство, которое, ну, просто единицы за 2000 лет истории Церкви испытывали. Вознесен был до третьего неба. Даже, говорит, не знаю, в теле или не в теле. Вот. И вообще такое было ощущение полноты жизни. Был ли он богатым человеком? Нет, трудился физически своими руками, но через его руки проходили миллионы денег. Ну, это он разным церквам помогал, там выкупал пленных, там масса было всяких дел. Вот. Но он постоянно трудился, он обращал людей ко Христу, этим жил. Семьи не создавал, всех призывал, лучше оставайтесь так, как я. Но, с другой стороны, это понятно, удел не всех. Такой вот пламень веры, который поглощает все, даже такие естественные потребности человека. Это путь не для всех. Но он же и говорил о семье как о домашней церкви, которая подчинена тоже этой главной мысли. Чтобы человек все время был в церкви. Не только когда он пришел в храм, как мы сейчас, а чтобы все вот. Если он поступает в институт, он должен видеть перспективу. Я не просто хочу в жизни как-то устроиться, потому что большинство людей, думая об институте или об образовании, думают прежде всего о том, ну, о такой карьере светской. А вообще христианин должен думать о том, каким образом я церкви этим принесу пользу. То есть жить церковью, для церкви и в церкви. Поэтому и семья, она должна быть домашней церковью. И вот только этим и жить. И вот это как раз такая жизнь, она дает, ну, полноту смысла. Потому что все остальное, конечно, в нашей жизни, в общем, довольно быстро наскучивает и не дает такой радости. Потому что вот все наши русские богатые люди, они все живут в страшном комплексе. Они несчастны все очень. Почему? От одной простой причины. Их не любят здесь. Понимаете, как тяжело быть нелюбимым. И деньги есть, и яхта есть, и на Ривьере дом есть, и денег полно, и купить могу что хочешь, начиная от портфеля министра и кончая там, ну, чем угодно. Какие-то задачи могу решать, и политические, там, и все. А радости нет, потому что не любит. Богатых не любят.
И поэтому они вынуждены общаться в узком кругу себе подобных. А этот народ довольно такой скучный. И у них как бы, ну, собственно, все одно и то же. И, в общем, как-то, ну, некоторые каким-то экстримом занимаются. Ну, как-то, в общем, ну, довольно. Ну, и все стараются, вот особенно наши богатые, чем они отличаются от западных, они все время стараются какие-то добрые дела делать, храмы строить, потому что они испытывают огромную потребность вот в таком доброделании. Ну и все равно этого не утешает. То, что тот объем нелюбви к богатству, которое существует в народе, он все равно превышает ту радость, когда он получает там орден от патриарха или еще что-то. Но деньги имеют над человеком такую власть, что как бы отказаться от этого тоже уже трудно. Но ощущение того, что их не любят, это чувствует. Вот особенно по Анатолию Борисовичу видно, он все время нервничает. Представляете, вот жить в стране, где тебя все не любят, это вообще, это необычайная тяжесть. Понимаете, вот так все время слушать. Вот ельцинско-гайдаровская клика, и вот это вот, представляете, вот это все время. Запьешь поневоле. Вот, чтобы забыться. Но это же суррогат. Поэтому вот, чтобы быть счастливым, для этого нужно иметь семью, которой ты отдаешь свою жизнь. Иметь детей, иметь, если ты мужчина, жену, которая тебя любит и живет тобой, которая не спорит, не вымогает, не ругается, а живет твоим делом. Или, если ты женщина, это муж, который тебя любит и готов действительно за тебя жизнь отдать. Вот, это дети, которых хотят воспитать, чтобы они жили теми же идеалами, которые есть в семье, в домашней церкви. И вот этот весь потенциал любви, который существует в семье, вот это отдать еще вообще всем остальным. И больным, и старым, и одиноким, и несчастным, и беременным, там, и всем, кто нуждается в помощи. И вот этому служить. И вот это дает радость и смысл. И тогда вот, ложась спать каждый день, понимаешь, что вот, ну, 10 прожил не зря. Что вот этот одет, этот накормлен, этот напоен, к этому в тюрьму съездил. И тогда вот имеет смысл, тогда, ну, и образование можно именно к этому применить, и ум, и способность быстро соображать, и связи, и даже какие-то средства. Не так вот, как-то вот, как один там тоже бизнесмен сказал, ну хорошо, благотворительность вещь хорошая, вот сейчас мы наберем, а вот потом, получается, что счастье откладываю на потом, делая какой-то период жизни бессмысленный. Вот один человек наблюдал, как Валентин Александрович Серов писал акварель, пейзаж. Он писал его 2 сеанса по несколько часов. И подсчитал, что за время, пока он писал этот пейзаж, он коснулся бумаги 24 раза. Понимаете, а все остальное время вот он смотрел и старался точно в нужное место тронуть кистью. Я это к чему говорю? Что вот на любой стадии вот рисунок, он должен быть закончен. И вот это правильный подход. Та же и жизнь. Мы же не знаем, может быть, вот у нас с вами не только последняя встреча, а вообще потолок рухнет, и мы здесь все останемся. Но, а? Да, я еще пожить хочу тоже, не хуже вашего. Но этот вечер, он тоже должен вот для вечности прожит не зря. Вы, конечно, молодые, вам так, собственно, как-то кажется еще все очень долго и быстро. Но я прекрасно себя помню, когда я был студентом, вообще тоже ни о чем не думал, о таком печальном. Вот. Но на самом деле жизнь, она быстро проходит, и вот когда она
осмысленно, целенаправленно. И вот опыт жизненный говорит, что вот имеет смысл, если мы хотим быть счастливым, обязательно жизнь устроить как служение. Потому что тогда она приобретает смысл. Когда человек трудится для себя или распространяет на свою семью только лишь, тогда жизнь становится скучна. Почему? Это очень просто объяснить. Дело в том, что когда человек оказывает любовь ближнему, при условии, конечно, что ближний часто и не достоин этой любви, не часто, а большей частью, вот, то все равно вот ощущение счастья, бытия, оно больше. Но, тем не менее, вот ради самого добра. И тогда Господь, ведь Господь каждый раз, когда человек делает что-то хорошее в русле заповедей Божьих, Господь посылает благодать, которая споспешествует этому делу. И человек становится проводником этой благодати. И тогда это вот как раз и дает ощущение счастья. Давно установлено наукой о том, что вот деньги человека на труд не мотивируют. Вот представьте себе, некий работник получает, ну, какие-то смешные деньги, допустим, 5 тысяч долларов в месяц, да? Ну, прибавьте ему еще 5 тысяч, от этого он сильнее работать не станет. Во всяком случае, вот современная наука по управлению персоналом, она говорит, что деньги не мотивируют. Что деньги должны, ну, давать некий рыночный уровень. Если мы хотим привлечь дополнительный контингент, то надо чуть прибавить. Но это все зависит от страны. Людей вот деньги никак не стимулируют на то, чтобы лучше работать. Вот такая интересная вещь. И никакое количество денег или приобретение чего-то, вот каждый из нас что-то покупал, даже то, что ему нужно, или что-то дарили, подарили что-то, о чем мечтал. Вот эту радость обычный человек испытывает, ну, буквально секунды. Ну, редко это длится на сутки. Ну, вот и все. А человек, который ежедневно вот для ближнего своего нечто совершает, он постоянно вот чувствует в себе вот эти приливы радости. Вот просто завтра. Вот вечером после ваших основных занятий возьмите кого-нибудь, посетите, больного ли, или какого-нибудь подругу или подружку, которую, ну, давно уже обещали, и который ждет вот с вами встречи. И потом, когда вот уже расстанетесь, пойдете домой, вот загляните в свое сердце, вы увидите эту радость. Или взять что-то такое сделать, о чем кто-то давно просит. И вот увидите, ну, настоящую радость. И вот эта радость такого, очень такого тонкого свойства. Эту радость не дает ни пиво, ни хорошо, какой-то просмотренный кинофильм, ничто. Вот ни с чем не сравнимая радость по своему качеству. И представьте себе, что жизнь можно так устроить, что она вся будет состоять из этого. Понимаете? Человек будет в непрестанной радости без всякой такой, ну, химической эйфории. Понимаете? И это еще дает смысл. Почему? Ну, потому что это еще рождает любовь в людях к тебе. Чем больше ты для людей стараешься, тем больше они тебя любят. И ты будешь купаться в любви. Понимаете? А почему мы все скучаем? Чем нам не хватает? Нам не хватает любви. Понимаете? Вот. И первые христиане, они обращали людей ко Христу тем, что, глядя на них, говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Потому что в том собачьем мире, в котором церковь зародилась от Христа, там вообще люди никогда не видели таких отношений, чтобы была любовь, чтобы было все общее, чтобы как-то вот люди друг друга поддерживали. И вот так вот абсолютно бескорыстно, не ты мне, я тебе, а вот как-то по другим каким-то вещам. Вот поэтому смысл жизни, он именно вот в том, ну, такой правильный, который действительно без всякого обмана, потому что все остальное иллюзия.
ни богатство, ни должность. Вот я знаю массу преуспевающих людей, у которых, допустим, ну, в семье проблема. Вот сейчас мне что-то в голову пришел один такой даже человек, член-корреспондент, доктор наук там, у него там целая кафедра, он очень такой могучий, очень такой великий, а сын ему игрок. Проиграл уже в этот самый, в рулетку родительскую квартиру. Ну, в общем, то есть он, папаша бедный, он все время его спасает. Вот все время спасает, приходится. И он за него всю ему карьеру сделал. Тоже он кандидат наук, там, то все. Но это все уже все не настоящее. Он тоже, и работа у него есть. Но вот он все проигрывает. Ну и что, вот, что у него счастье? Он самый несчастный человек. Потому что если ты имеешь такого сына, да при любых регалиях, ты несчастный человек. Будь ты четырежды миллионером. Но если это в твоей семье, и он занимается внучками, у него две внучки есть, а все равно, ну вот он уже знает, девочки растут, а у них такой папа. Но когда он, дед, умрет, а он не очень здоровый человек, долго не проживет, у нас вообще мужчины в стране в среднем живут, ну мы за Зимбабве на следующем месте, на 132-м. 56 лет средний возраст, а ему уже 56, то есть пора уже собираться. Вот, то он понимает, что, что там будет, вот как эту базу, и он не может быть счастлив. Вот, поэтому вот это надо строить. И вот если это будет выстроено, то даже при ядерной войне можно сохранять вот это... Не вот эту радость, которая есть в сердце. Других смыслов в жизни нету. Я вот с царем Соломоном твердо могу сказать, все остальное суета. Чем я только в жизни не занимался, где я только не учился, все вот к одному сводится. Вот в этом есть, так сказать, главный смысл. Если этого нету, то ничто не заменит, все остальное суррогаты. Вот, дают только минутное забытье. Конечно, когда человек тешит какие-то свои страсти, ну, у всех у нас есть тщеславие. Например, кто-то нас похвалил искренне или неискренне, или там вот у детей, как у вас, ну, там, хорошую оценку получил, там, отлично. То есть, ну, как-то так. Человек это вроде внутренне взбадривает. Хотя часто ведь мы понимаем, мы взрослые люди, хотя и дети, что за этим, в общем, ничего не стоит, за этими оценками. Но, тем не менее, вот тщеславие. И поэтому люди так и мечутся. Что-нибудь для своего тщеславия. Там, какие-нибудь сережки в ушки, какую-нибудь кофточку. Ах, как тебе хорошо. Ну, вот ради этого, что 6 часов в очереди в магазине. Ну, вот и все из таких мелких глупостей. Человек все время хочет себе доставить все какое-то удовольствие. И вообще весь мир уже сейчас помешан на том, чтобы как-то расслабиться. Потому что вот это напряжение безлюбовное, где никто никого не любит, где очень поверхностные отношения, где нет ничего настоящего, никому нельзя довериться, никакой нету искренности, человек все равно остается одинок, все равно, в общем-то, на него всем наплевать, и он как-то никому не нужен, и он от этого страдает, и выхода из этого нет, и работа, она, так сказать, ну, бессмысленна, потому что вообще, особенно в нашей стране, самая проблема большая у военнослужащих. О чем мы защищаем-то? Ну, когда делаем карьеру, ну, это еще понятно, там что-то, так сказать, мы защищаем свой карман. Ну, а когда военные действия, когда надо жизнь отдавать, собственно, а зачем? А за кого? А какой смысл? Ну, за Севастополь сколько крови пролили? А теперь это раз, вообще, три человека собрались, выпили крепко, что там подписали и все. Ну, и стоило вообще ради этого вообще... Ну, сотни тысяч людей на тот свет отправлять, лишать отцов
семей, вообще. Все, все теряет смысл. А раз смысл теряется, значит нет мотивации. Раз нет мотивации, жизнь становится бессмыслицей. Раз нет бессмыслицы, значит хочет от этой жизни уйти. А куда от нее уйти? Есть способы. Один виртуальный. Как уйти от жизни? Для этого существует интернет, и для людей попроще – телевизор. Что еще? Вечеринки. Что еще? Блуд. Ну, совсем кто отчаянный? Это вот водка и наркотики, совершенно правильно. Так, ну, это прямой и искренний путь, потому что затянулся, и жизнь повеселела. Собственно, человек с помощью химии вот уходит от этого безумной, немотивированной жизни. Это нормальный выход, только он болезненный. А можно на самом деле быть счастливым в любой ситуации, даже вот на протяжении всей термоядерной войны. Потому что все равно и в этой ситуации можно как-то и добро делать, и этим жить, и, в общем, ну, абсолютно беспроигрышная лотерея, когда человек делает добро. При этом можно и футбол любить, и вообще и в фитнес-клуб ходить, и вообще ничто не помешает. Если есть главная такая задача, чем он живет. Вот это как бы очень интересно. И вот на Западе много таких людей, которые собираются во всякие общества. Одни детям Дауном помогают. Казалось, ну что Дауну помогать? Это в некотором смысле бессмысленно. Но они радуются. А то, что вот я Дауна научил писать. У Дауна расширились возможности. Он вот, может быть человеком стать. Представляете, что человек не брошенный, а он нужен. Ему любовь оказали. И он сразу на этом вырос. Это очень здорово. Это очень здорово. А почему люди этим занимаются? Они этого вкусили. Не потому, что их кто-то за деньги мотивировал на это. Нет, это они сами нашли вот этот путь к добру, к настоящему. И появляется смысл жизни. Ну вот, что я вам рассказал, как интересно. Церковь и искусство, в скобках театр, у них есть православное будущее. Вы сталкивались с удачным примером этого сочетания? Ну, я не знаю, как церковь сочетается с театром. Что-то вообще-то не нахожу. Театр, вот, ну, это мое личное, конечно, впечатление, но я сужу по нашему русскому театру. Кроме балета, все, что происходит в театре, я вообще терпеть не могу. Для меня это все отвратительно, потому что, во-первых, это безвкусно. Во-вторых, с точки зрения, как я понимаю, чувство искусства, мне кажется, это абсолютно бездарно. Вот примерно в вашем возрасте я обошел все московские театры. Все таганки там, и фросы там, все-все-все-все. И думаю, какой ужас, на что там смотреть? Если в кинематографе в русском иногда что-то такое проглядывает, то в театре это визг, писк, какой-то бездарность, ну просто я не знаю. По-моему, ходить в театр – это портить вкус. Я это не нахожу. Вот я несколько вещей видел, там английский театр, там вот что-то такое проглядывает настоящее. Вот балет у нас, ну, конечно, не большой. Там нечего смотреть совершенно. А вот Мариинский, вот балет, вот эти наши шесть балерин, там Вишнева, Лопаткин, там остальные фамилии забыл. Ну, это, конечно, что-то потрясающее. Это, конечно, надо всем смотреть. Это... У нас вот была Катя Максимова последняя. Вот она сейчас уже не танцует. Я помню, вот, когда я был на ее бенефисе, а потом еще несколько спектаклей посмотрел. Да просто прям сидишь и плачешь. Вот такой танец. Вот это опера, никто петь не умеет, ни один, извините, только все орут. Это совершенно несерьезно. Вот, ну, Ласкало тоже приезжало, в общем, тоже. Совсем раз сравнить, какие были певцы 100 лет назад, там Фигнер,
Патти, Забелла Врубель, там, Собинов, Петров, ну, я не знаю, могу долго перечислять. Ну, Шаляпин один чувствует. Так что вот, поэтому, а про православное будущее вообще, ну, православное нас ждет что? Апокалипсис. Да приедет мир сей. Мы, весь мир готовится к торжественной встрече Антихриста. Тут какое у нас православное будущее? Оно уже известно. Пожалуйста, если... Что-то непонятно. Любите молиться за умершего, незнакомого и неродного тебе человека. Можно ли надеяться на встречу с ним после смерти? И это вопрос сложный. Я несколько раз в жизни присутствовал прямо вот при смерти человека. И могу свидетельствовать, что когда человек одной ногой в могиле, к его одру приходят умершие люди. Там мама, он сейчас с ними разговаривает, вот, и так далее. Но кто обязательно будет вот из этих встречающих, это вот, я не знаю, каким-то образом... Так определить, спланировать, как-то смоделировать, я думаю, что это нельзя. Вот. Но это опять я думаю, а там как. Я думаю, что можем просить у Бога, если человек желает этой встречи, и Господь, как Отец наш, который опять же желает нам только счастья, то Он может пойти в этом навстречу. Но мне кажется, с другой стороны, это все-таки такой несколько праздный вопрос, потому что, хотя мы, естественно, скучаем, я тоже сирота, у меня отец и мать умерли уже, вот, я ощущаю вот нехватку их общения, хотелось бы увидеться, и мы вот там, с женой, с дочкой часто вот говорим о них, вот, вспоминаем какие-то эпизоды, вот, то есть они как-то продолжают так вот жить в нашей семье. Ну, будут ли они встречать, увижусь ли я с ними потом, не знаю как-то. Это, в общем, тайна. Грех ли и насколько вредны для души постоянные мысли о смерти и нежелание жить в этом мире? Мысли о смерти – это не грех, даже святые отцы советовали, но не в таком грустном контексте. Потому что если человек не желает жить в этом мире, значит, он отвергает тот дар жизни, который дал ему Бог. Значит, это уже уныние. С этим, конечно, надо бороться. Это грех. Я имею в виду не мысли о самоубийстве, ну, слава Богу, а мысли и настроение, что очень тяжко жить в этом мире, и что лучше бы Господь даровал мне серьезную болезнь, или моя жизнь в этом мире закончилась бы. Как к этому относиться? Однажды, когда я был молодым священником, лет 30, ко мне пришла одна такая женщина молодая, она была студентом физфака, и она говорит, вот, спасите меня. Я говорю, что с тобой случилось? А я помолилась о том, чтобы, когда я чем-нибудь согрешу, Господь бы тут же мне дал головную боль. И с этого момента у меня головная боль началась, и она все время усилится. Я боюсь сейчас, у меня просто взорвется голова. Вот. Почему? Потому что человек, когда серьезно не болел, ему кажется, что лучше бы ему послали болезнь. Но когда человек серьезно заболеет, это не рад больной и золотой кровати. Спаси и сохрани. Поэтому это только по гордости, по неразумию, по унынию человек может призывать на себе болезнь. Это все только, если уж Господь дает, то он знает, что человек может это испытание выдержать. А в противном случае это, не дай Бог, на себе это накликать. Всему свое время. Просто, я понимаю, мир этот тяжелый, но все-таки вот представь себе, а тот мир, в котором появился Христос. Вот мы сейчас можем здесь с вами собраться, поговорить. То, что я вам говорю, я вижу по вашим лицам, вам понятно, вы мне сочувствуете. А представьте себе, он в этом мире, куда он пришел, он был один христианин. Он собрал учеников, он им говорил, они вообще не понимали, о чем. Он им говорит, что вот и мы входим в Иерусалим, меня должны арестовать, связать, оплевать, повесить, распять, и в третий день я воскресну. А Иван ему говорит, слушай, давай мы сядем один по правую сторону, другой по левую. Они все, я буду, значит, премьер-министр, а это будет вице-премьер. То есть вот, а эти свое.
Вот представляете, вот каково было ему? Вот это было действительно одиночество. Кроме Отца Небесного, ему и не с кем было вообще в этом мире пообщаться. А нас сколько? Вообще вообще сотни тысяч, миллионы людей мыслят по-христиански. Поэтому вот, и если мы начнем жить добром, то тогда вот это уныние отойдет. Уныние происходит от погруженности в себя. Как научиться любви? Надо совершать дела любви. Как поддерживать эту любовь в жизни, как научиться заражать ей других? Ну, когда любовь будет, тогда и будет то, что вы называете заражать. Потому что любой человек, вот особенно в отношениях мужчины и женщины, вот есть некая женщина, да, а какому-то мужчине она понравилась. Ну, вот он начинает ей оказывать, ну, совершенно тривиальные, до боли в суставах, знаки любви. Там цветочки подарил, там еще какую-нибудь ерунду. Пойдем, говорит, куда-нибудь сходим. И уже вот от этого, от таких вот пустяков, ну, просто тошнотворных. Давайте вместе поужинаем. Там кино посмотрел и уже, так сказать, научился. Вот. И вот от этих пошлейших вещей и то у нее сердце тает. Представляете? А если что-нибудь настоящее сделать? Действительно. Поэтому, если человек с любовью относится к другому человеку, это сразу видно и чувствуется, и возникает ответное. Поэтому и детей, вот если мы их воспитываем в любви, любим их, то они будут отвечать от любви, они будут слушаться, они будут бояться обидеть папу и маму, они боятся, что мама будет сердиться. Почему? Потому что они будут бояться потерять эту любовь, они будут ей дорожить. Вот, собственно, и все. Так же и женщина поступает. Вот, взять Примакова Евгения Максимовича. У него умерла жена, а он заболел, попал в госпиталь или там в ЦКБ, уж не знаю, где там. А там медсестра. Евгений Максимович, т.т.т., подушечку подправил, вот вам чайку, а и женился на ней. Вот она за ним ухаживала, оказала ему любовь. Там в ЦК КПСС такой не окажут. Вот. А здесь вот человеческую увидел, он на ней женился. И все, и стала она сразу министершей иностранных дел, потом как бы второй даме в королевстве российском. Вот. Очень, очень даже просто. Поэтому не обязательно мужчины ухаживают, бывает и женщины ухаживают. И очень эффективно, надо сказать. Как церковь относится к откосу от призыва, обязанной военнослужащим? Откос. Это хороший, интересный термин такой. В условиях современного состояния армии обязан ли человек рисковать своими знаниями, социальным положением, своим здоровьем, своей жизнью ради отбывания воинской повинности во имя ничего? Это специально так вопрос ставится, что, ну, как бы на засыпку. Что, а должен ли давать подать кесарю? Ну-ка. Нет, церковь относится отрицательно к откосу. Потому что это есть обман. Церковь к каждому обману относится отрицательно. Другое дело, конечно, многим людям бывает так, в армии служить не полезно. В силу чего? В силу их психической несостоятельности. Потому что большинство наших мальчиков родились в однодетной семье. Они вот, по психофизическим свойствам не в состоянии в армии служить. И для них армия – это трагедия, они боятся. Поэтому откашивают. Они там, ну, их просто там забьют. Вот. Таким не полезно. Но есть легальные способы. Теперь и альтернативно можно службу пройти. Вот. И свои знания великие можно использовать. Там, вот, работать санитаром в больнице и прочее, прочее. Как узнать,
Божий промысел относительно себя, может ли вы посоветуете какой-нибудь определенный канон или акафист, подобающий ситуацию, чтобы молиться, узнать Божий промысел относительно своей жизни? Вообще-то, вот, знаете, вот молитва, которая чаще всего повторяется в храме, и она самая такая емкая, это «Господи, помилуй». Вот в этой молитве есть все. В нее можно вкладывать любой смысл. Начиная вкладывать смысл как спасение от армии, как и указание на свой собственный путь. Вот произносишь «Господи, помилуй», а вкладываешь в него разные смыслы. Ну, потому что живот заболел, «Господи, помилуй». Вот. Поэтому вот можно какой-то, может, и акафист к этому подобрать. Это, в общем, не так важно. Ну, как узнать? Это, в общем, надо развивать в себе такую интуицию. И, конечно, обращаться к Евангелию, чтобы так вот отстроить свою душу, чтобы вот научиться чувствовать. Как мы можем помочь в духовном возрождении России? Ну вот, чем больше будет людей, которые будут в нашей стране созидать что-нибудь, это будет наш вклад. Каждый что может. Человек все время стремится к прогрессу, радуется, когда что-то меняется. Что же тогда такое рай? Как можно быть счастливым в покое? Ну, имеется в виду покой душевный. Ну, представьте, человек вот знает то, что он делает, чем он живет, это правильно. Он испытывает покой. И так вполне. Ну, что такое рай, это как-то трудно сказать нам. Мы же там не были, у нас нет такого опыта. Вот. Но рай должен быть в душе. Мирный дух надо стяжать. Чем в сущности является духовность? И это потребность любить и быть любимым? Ну, нет, конечно. Духовность – это приобщение к божественной жизни через благодать Святаго Духа. Духовность от слова «дух». Дух имеется в виду, конечно, только Дух Святой, а не дух там, гордости, дух зависти, дух жадности, дух блуда там, и так далее. Поэтому духовность – это имеется в виду приобщение к Духу Христовому, к духу любви. Как избежать одиночества? Ну, надо выйти к нуждающимся. И тогда будет, наоборот, дефицит одиночества. Время от времени будет хотеться очень побыть одному. Или просто поспать хотя бы. Оккультисты очень часто в качестве подтверждения своей веры в переселение души приводят то место из Евангелия от Иоанна, где апостол спрашивает у Господа при исцелении слепорожденного, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым. Получается, что он согрешил еще до своего рождения, то есть в предыдущей жизни. Что им на это отвечать? То, что Христос сказал. Не он, не родители, а чтобы явились на нем дела Божии. И дело Божие на нем и явилось. Он прозрел и духовно стал христианином, и телесно. Что значит, что Христос взял на себя грехи мира? В чем смысл креста, на котором был распят Господь? Вообще-то я советую догматическое богословие почитать. Там все хорошо изложено. Что это значит? Кратко могу как сказать. Вот по справедливости, а Бог справедлив, каждого человека за его грехи нужно убить. Потому что грехов такое множество, а даже если несколько раз убить человека, то получится недостаточно. И поэтому Христос простил всех людей, если они начнут новую жизнь во Христе. И человек, приобщаясь ко Христу, приобщается и к освобождению от грехов. Каждый человек раб греха, а крест Христов освободил человека от греха. Вместо человека-грешника на кресте распялся Христос. И в этом есть источник любви ко Христу. На кресте должен висеть каждый человек.
Ну, как разбойники. Это символ вот всего человечества. Но вот на этот крест вместо нас зашел невинный Сын Божий. Ну, вот кратко так. Как относится церковь к тому, что женщина посвящает себя не семье, а карьере или науке? Если у женщин нет семьи, то это вполне нормальный ход. Вот. Но, конечно, если у женщины есть семья, то главное, конечно, сначала муж, а потом дети. А если это начинает совмещаться, то женщины не хватает. И она вынуждена ограничить рождение детей. Просто вынуждена, потому что нельзя иметь 7 детей и полноценно делать карьеру. Это практически невозможно. Хотя я знаю такую одну женщину, она музыкант, скрипачка, она играет в хорошем ансамбле. Вот. Но у нее и муж скрипач. Они как бы, то есть виолончелист, они вместе. У них 6 человек детей, и они вот, так сказать, концертируют и в то же время вот занимаются детьми. Но в то же время детям не уделяется должного количества внимания. Вот, и она на пределе сил, и он. Вот, а нормально это не так, что этим занимается муж, а жена занимается малыми детьми. Вот, тогда это гармонично, а не надрыв происходит. Потому что ограничение детей – это обязательно связано с преступлением. Потому что большинство контрацептивов, они вообще абортивны. Поэтому человек, употребляющий это, убивает собственных детей. Ну, можно ли быть счастлив после того, как ты убил там, какое-то количество собственных детей? Ну, это понятно, что это было по меньшей мере несправедливо. От этого происходят разводы, как всегда, вот в преступной шайке, когда люди занимаются убийством других, они потом начинают и стрелять в друг друга, и долго преступные сообщества, они не могут существовать. Поэтому семья, в которой делаются аборты, то она обречена на распад, потому что кровь убитых вопиет к Богу об отмщении. И Господь попускает такому браку распасться, как преступному сообществу, чтобы дальше не воспроизводилось где-то убийство, как преступное деяние. Вот и все. Поэтому человек в семье, занимающийся и карьерой, и семейной жизнью, он все равно приходит вот к этому тупику. Поэтому очень много делающих женщин карьеру, они остаются без мужей, а потом и без детей. Потому что эти дети уже с 15 лет полностью выпрягаются, и уже с ними, ну, просто невозможно. Если вот мне довелось, меня пригласила там одна депутатка, представитель комитета, говорит: «Отец Дмитрий, выступите перед женщинами-депутатами». Собрались со всего СНГ женщин-депутатов. Такие, ну, представьте, вы знаете, зал Государственной Думы огромный, там сидит тысячи теток. Таких мощных, богатых, сильных. Все они политики, ну, просто звери такие, по своей мощи. И я вот один, ну, тоже такой, не очень хрупкий, но все-таки, знаете, это мощь такая вот, вот такие вот, непробиваемые. Ну, вот, и я думаю, что же им сказать? Лахова там, я слышу, шепчет, она говорит: ну, он сейчас опять про аборты будет говорить там. Я думаю, нет. Я говорю: знаете, что, мои хорошие, вы вот все тут говорите всякие такие эмансипированные лозунги о том, что вы не хуже мужчин. Хотя вот совсем недавно было исследование, и вынуждены были его опубликовать, что даже по интеллектуальным возможностям IQ женщина, как ни крути, ниже мужчин. Хотя отдельные, так сказать, персонажи проявляют выдающие способности, но вот ничего против этого не сделать. Это объективный научный факт. Женщины, конечно, существа гениальные, бесспорно, но все-таки самой природой, Господом Богом, они ориентированы на роль такую вспомогательную для мужчины. Ну и сама Библия об этом говорит. Но не в этом дело. И я им говорю: вот, дорогие мои, вот вы говорите про эмансипацию, что женщина не хуже мужчин, что мало женщин-депутатов, что у нас вот не демократия, министров вообще почти нет и так далее. И вот я ему говорю, что вот представьте себе, что каждый бы из вас, вот
В этом году попался в жизни мужчина, настоящий рыцарь, вот настоящий, который бы вас позвал бы за собой, полюбил бы вас, и он был бы, мощнее вас и по силе, по уму, по темпераменту, по деньгам. Ну вот настоящий мужчина, которого вы смогли бы зауважать, и позвал бы вас за собой. Сказал, только брось эту всю ерунду, эту всю политику. Я говорю, любая из вас, любая, бросила бы все и пошла бы за ним. И вы знаете, зал застонал. Говорит, да. Потому что они, при всей их мощи, они прекрасно понимают, в чем счастье. Понимаете? Что они занялись политикой, вот этим всем бесконечными делами, потому что вот они не могли найти себе пару. Они слишком сильные такие, амазонки. Понимаете? Вот. Если у них есть мужья, то какие-то ханурики, понимаете? Полуалкоголики, которые не способны вообще ни на что. А они выродились. Потому что мужчина биологически слабее, чем женщина. Женщина призвана к тому, чтобы охранять детей, и она в этом смысле мощнее. И вот, поэтому мужчина выродился. Во-первых, он рождается в однодетной семье. Если бы он рос среди конкурентов, в многодетной семье, он бы был очень активный, сильный, он был воин, добытчик и так далее. А он маменькин сынок, понимаете? Он получает исключительно женское воспитание. И вот он вырождается. И психически, и по характеру, и физически даже, потому что мама его на физкультуру не отпускает, все справки ему выписывают. Вот из-за чего. Они и выродились. Чем объясняется низкая продолжительность жизни и плохое здоровье россиян? Самая главная наука показала этот вопрос, исследовала, самое главное состояние стресса, в котором живет современный русский человек. Совершенно полностью не уверены в завтрашнем дне, неизвестно, куда идем. И вообще, вся ситуация для большинства, прежде всего, мужчин, она непонятна. И долгая привычка жить под руководством партии. Потому что к такой самостоятельности выживания наш народ совершенно не привык. Поэтому, когда случилась эта перестройка, когда все оказались каждый за себя, и ничего не работает, то люди, как заведенные, по полтора года ходили на работу, где им ничего не платили. Вот такую ситуацию в Германии где-нибудь, в Австрии представить невозможно. Что человек ходит на работу, представляете, две недели отходил, ему не заплатили, да? Он на третью уже не пойдет. Здесь ходит человек полтора года, И ничего не может с собой сделать. Находится в состоянии стресса. И поэтому в состоянии стресса человек, конечно, не может долго выжить. Вот это главный фактор. Ну, а сюда относятся и автомобильные катастрофы, отравления самопальной водкой, алкоголизм, наркомания, туберкулез, бытовая преступность на фоне, опять же, стресса, потому что люди в таком во взвинченном состоянии режут друг друга, ругаются и так далее. Факторов там очень много, до 20. Есть мнение, что христиане в браке могут совместно делить ложе только для зачатия детей. Действительно ли так учит православная церковь? Это не совсем так, потому что супружеское общение – это не только ради, но это еще как душевное и телесное общение. А уже следствием этого бывают дети, потому что женщина фертильна только в течение 3 дней в месяц. Понимаете? А способность и желание супружеского общения, оно может быть и гораздо больше, чем раз в месяц. А биологически это практически раз в месяц. Поэтому это служит не только для этого, это совершенно очевидно. И даже например, такой атрибут, вторичный половой признак женщины, как женская грудь, существует исключительно для, как атрибут сексуальный, например.
Потому что для того, чтобы кормить детей грудью, грудь, она не нужна. Достаточно железы, которые совершенно очень небольшого размера и вообще. А это именно создано Богом, именно для красоты, для привлекательности, и прочее. Поэтому это, так сказать, аспект такой. Церковь освящает брак, и все, что в браке, свято. Ну, когда нет извращений, излишеств, и когда нет блуда, когда все именно в семье. Это так же, как пища. Вот мы на праздник же украшаем стол, готовим что-то особенное. Иногда даже с точки зрения какой-то нашей биологии внутренней, что-то вредное. Например, какие-то торты. То есть каждый день торт есть, это вредно. Когда на Рождество или там на именины, то это вполне уместно. Вот та же и здесь. Поэтому сказать, что только для деторождения, это не так. Это совершенно не так. Если бы это было только для деторождения, тогда это было такое что-то механическое. Это не доставляло такой телесной и душевной радости. А это, между прочим, способ даже и отдохновения такого, потому что для снятия стресса люди приходят в семью, и происходит процесс соития мужчины и женщины, то для них это радость и душевная тоже. Поэтому ничего в этом такого предосудительного и греховного нет вообще. Для чего Бог создал людей? Ведь он совершенен и самодостаточен. О, очень ценный вопрос для нашей темы, потому что любовь, она может быть только жертвенна. Поэтому Бог создал человека, этим самым он пожертвовал собой. И в плане Божьем было, что если человек по свободе отпадет от Бога, то Бог еще раз пожертвует. Сын Божий, Бог, пожертвовал собой ради человека. Тем проявил полноту любви. Поэтому это создание человека – это естественное проявление бытия Божия как любви. Как расценивать, если близкий человек проводит много времени в интернете и говорит, что полюбил человека через интернет, при этом ни разу и не видя? Считаете ли вы, что такое в принципе возможно? Ведь чувства не могут быть виртуальными. Они либо есть, либо нет. Но виртуальные тоже есть или нет? Что делать с таким человеком, если он уже несколько месяцев мечется, при этом объект его любви и не думает встречаться с ней? В смысле познакомиться в реальной жизни. Отчасти это просто мечта. Потому что общение людей в комплексе. Полнота общения в любви – это может быть только в браке. Потому что в другом случае – монашество. Монос – это один. Имеется в виду, что нет такой полноты общения. Когда два человека вообще сливаются в одно существо. Муж и жена – одна плоть. Поэтому здесь такое виртуальное общение – это общение со своей мечтой. Человек наделяет такого партнера по интернету теми свойствами, которые он хочет видеть. У меня есть одна знакомая, мы с ней стоим в такой интернет-переписке. Но когда мы встречаемся лично, это довольно редко бывает, потому что и она занята, у нее двое детей, и она еще на двух работах работает, еще там книги пишет, в общем, некогда совсем, а мне еще более некогда. Но все-таки бывают такие встречи, это так ненадолго что-то обсудить. Интересно, когда такое эпистолярное общение, оно совсем другое. То есть и я для нее предстаю каким-то немножко другим человеком. И потому что одно дело устная речь, а другое письменное. Там несколько другое. Поэтому очень часто бывает, что когда знакомство по переписке, какие письма он мне писал. Понимаете, некоторая такая литературная условность. Поэтому это все немножко не настоящее. Хотя личность, естественно, просвечивает через... через письмо. Но все-таки это неадекватное
отражение личности. Поэтому, если человек знаком только по переписке, может с уверенностью сказать, что он знаком не с тем человеком, с которым переписывается. Поэтому влюблен в мечту, а не в реального человека. Зазор бывает и значительный. У одного из священников я читала, что если семья не хочет заводить детей, то не надо иметь и супружеской близости. Верно ли это? Дело в том, что если семья не хочет заводить детей, то это не семья, а есть извращение самого принципа семейной жизни. Поэтому извращение мы не будем как бы обсуждать. Потому что имеется в виду, вся полнота бытия. Если семья, то дети. Можно ли выходить замуж за человека крещенного, но по убуждению неверующего, хотя венчаться он не против. Но если женщина сумасшедшая, то вполне пусть выходит замуж за такого. Дело в том, что неверующий человек – это все равно, что выходить замуж за животного в цирке. Понимаете, вот медведь. За медведя можно выйти замуж. Он ездит на мотоцикле по арене, он ест с руки, он прыгает сквозь огонь. Но через некоторое время он может озвереть. Поэтому неверующий человек, у него уже нет никаких принципов. Вот завтра он встретит женщину умнее и красивее. И он придет и скажет, что я полюбил другую. Никаких вот, что ли, тормозов. Поэтому это абсолютно проигрышная лотерея. Это совершенно бесполезно. Бывает, и верующий человек дурью мается, а уж неверующий, это, не знаю, это просто риск. Нет, если заранее человек хочет на какое-то время сходить замуж, тогда можно рискнуть. Но во всяком случае, ведь брак, он предполагает единство тела, души и духа. А духовное самое важное. А тут отсекается сразу. Как вот часто приходят женщины. Вот я не знаю, у меня муж умер, а вот как могу я его отпевать? Нет, я даже не знаю, крещенный он или нет. Представляете, прожили всю жизнь, не знают, крещенный он или нет. Я говорю, какой смысл в этом отпевании? Если уж родная жена не знает крещенный, значит, в нем это вообще никак не проявлялось. Какой вообще в этом смысл, в этой магии? Отпели. Не отпели. Крещенный? Хорошо, успокойся, он был не крещенный. А Гитлер крещенный. И Карл Маркс крещенный. И Ленин крещенный. И Дзержинский крещенный. Дальше. Что это меняет? Гитлер крещенный. И что? Что это изменило как-то его судьбу, что ли? Возможно ли как-то помочь своей семье, если брат не хочет ни работать, ни учиться? Мама увлекается алкоголем, отец страдает от бессмысленности результатов своего высокого заработка. Чем я могу помочь своей семье, если они не прислушиваются к моим словам? Нет пророков чести в отечестве своем, но можно молиться и можно подавать добрый пример. Это тоже воздействие на людей, хотя на родственников, так сказать, плоховато, конечно. Но если брат не работает, это простой способ. Я не знаю, можно ли это в вашей семье организовать. Переставать кормить человека. На второй день он идет на работу. Это мгновенно. Обычно говорят, как же, я ж мать, что же я сына не покормлю? Корми тогда, зачем работать, если кормят? Это вообще глупость. Вы сказали, что любовь всегда жертвенна. Но когда Бог создавал человека, разве он знал, что ему надо будет жертвовать? Во всяком случае, такая возможность, она была им, Богом, предусмотрена. Бог есть любовь. Получается, без человека эта любовь неполная.
Конечно. Поэтому Бог и создал человека, и вообще весь мир. Может ли мужчина воспитывать сам детей или усыновлять детей? Может, но ему это очень трудно, потому что дети нуждаются и в папе, и в маме. Потому что, если вы помните, правда, это было очень давно, когда Бог создал женщину, Он создал из ребра Адама. Поэтому то, что есть в женщине, взято от Адама, у Адама этого нет. А то, что есть в мужчине, нету в женщине. Потому что все, что взято из Адама, уже осталось в ней, а все остальное осталось в Адаме. Потому что необходимо именно для полноценного воспитания и мужчина, и женщина. Можно ли целоваться до брака? Можно, но не сильно. Нет, я абсолютно серьезно, я не смеюсь. Это вопрос очень правильный. Дело в том, что поцелуи, они приводят человека в определенное состояние. В этом состоянии человек может не сдержаться и, так сказать, переступить ту черту, которая уже считается, не считается, а прямо определяется церковь как грех. Причем смертный. Поэтому это все может привести вот к смертному греху. Ну, тебе теперь представь вещь. Такой. Мы с вами собираемся, говорили вообще о счастье, собираемся строить фундамент нашей жизни. Так? И вместо этого мы начинаем свою жизнь, это строительство, со смертного греха. Ну и что выйдет из этого? Поэтому я бы так с этими поцелуйчиками был бы поосторожен. Что делать, если мама против моего жениха? Ей многое в нем не нравится, но любит не за что-то, а вопреки. К маме обязательно нужно прислушаться. Вот. Я не всегда нужно ее послушать, но прислушаться, во всяком случае, если мама против, нужно отложить брак до тех пор, пока мама не согласится. Пусть она его получше узнает, а пусть он маму завоевывает как рыцарь, так же, как завоевал сердце дочери мамы. Это будет лучше. Тогда и брак будет прочнее. Альтруизм – высшая степень эгоизма. О-о-о. Делать добрые дела ради того, чтобы тебя любили, хорошо ли это? Нет. Это, конечно, не мотивация. Я говорю, что это будет неизбежное следствие. Если человек с любовью относится к другому человеку, это вызывает ответные чувства. Это неизбежно. Может быть, этот ответ будет не той же силы. Это да. Вот, ну, всегда. Ну, какой-нибудь пустяк. Возьмите, подарите кому-то коробку конфет, увидите реакцию человека. Он улыбнется и вообще, так сказать. Может, не скажет, ну, положи туда. Понимаете? Вот. Нет, мотивация совсем другая. Мотивация другая. Любить другого нужно для того, чтобы быть счастливым. Ну, вы видели когда-нибудь, как бабушка любит своего внука. Она же ничего не требует от него взамен. Она счастлива уже просто от того, что она имеет возможность оказывать ему любовь. Как вы считаете, предопределена ли судьба? Ну нет, конечно. Судьбы никакой нет. Будущего тоже. Оно еще не наступило, оно может быть разное. Я поступила в вуз, очень престижный и перспективный. Но чувствую, что это не мое абсолютно. Не хочу посвящать этому жизнь. Обязательно ли учиться там, где не нравится? Или идти в вуз, где будет нравиться учиться? Но будет проблема с профессией. Если нет призвания конкретного, то лучше учиться там, где уже учится. Потому что на самом деле институт вообще в жизни не играет никакой роли. Вот Розенбаум, он по образованию врач. Вот стал артистом. Какая разница? Я по специальности живописец и скульптор. Стал священником. Ну и мне это, мое образование совершенно не мешает. Наоборот, как-то я вот, когда вот сегодня, например, мы пошли, там храм у нас реставрируют Благовещенский, я вот маляра вызвал, говорю, вот здесь вы белым покрасили, надо красным.
потому что на стыке стены не бывает. Эта сторона красная, это белая. Это неправильно. Почему я это понимаю? Потому что у меня художественное образование. Я понимаю, что такое архитектура, как она должна быть раскрашена. Вот. А он маляр, он не понимает. Он красит беленьким, так оно и красит. Понимаете, вот пригождаются эти знания в таких вот вещах. Почему вы говорите, что нельзя выходить замуж за крещенного, но неверующего человека? Можно выходить на здоровье. Я просто говорю, что у вас будут проблемы через несколько лет. Ведь у апостола Павла сказано, что неверующий муж освящается женой верующей. Как быть, если вокруг нет подходящих верующих парней, а те, которые рядом, либо военные, либо оккультисты, либо неверующие. Ну а что, военные? Военные – это неплохо совсем. Среди них много настоящих мужчин. Ну, дело вот в чем. Вы, как всегда, усеченная цитата. Апостол Павел говорит о той ситуации, когда два человека поженились, а потом из них один стал верующим. В этом случае брак не должен расторгаться. У меня даже был такой случай, значит, опять же, один батюшка невежественный, узнав, что одна моя прихожанка, значит, вышла замуж за татарина, ну, когда-то вышла, она уже была взрослая женщина, у нее были дети, вот, он ей сказал, что с татарином жить нельзя, он мусульманин, хотя он никаким мусульманином не был, просто обыкновенный советский человек. Ну что, она его выгнала из дома. Говорит, я с татарином жить не могу, батюшка запретил. Вот. Но этот татарин походил несколько лет. Он чувствует, он не может ни другую семью найти, и любит свою жену. Он пришел ко мне. Я говорю, что ж ты, Измаил, ходил так до сих пор? Позвали мы ему. И он говорит, батюшка, ну я согласен даже креститься. Ну пусть она меня пустит. Я ей сказал, что говорю, ты вообще-то согрешаешь, потому что за мусульманина нельзя замуж выходить, если ты христианка. Но ты же выходила замуж, когда ты не была христианкой, ты в церковь стала ходить уже в возрастном состоянии. Она впустила в дом, он жил. Вот. Потом он говорит, ну, она это сам не хочет жить со мной, как, это сам, как с мужем. Вот в дом пустила, говорит, по-вашему. Я, говорит, согласен. Она говорит, я, если ты не повенчаешься, жить не буду. Говорит, давайте, говорит, нас повенчайте. Я говорю, ну ты теперь Измаил крещеный, давай мы тебя повенчаем. Я их повенчал. Ну вот они прожили, он сейчас умер, Царство Небесное. Так мы его крестили, Измаил. Такой мученик был Измаил. Вот, очень прекрасной души человек, добрейший. Вот из такую муку терпел, сколько лет. Я говорю, Измаил, ты спасешься. Потому что, ну, выгнали из дома, несколько лет терпел, потом, значит, не, ну, совершенно ему трудно было воцерковиться. Он простой работяга, у него вот ладони были вот такой величины, огромные такие, как ласты. Вот. И очень такой, Бог трудолюбивых людей, конечно, любит. Вот. И вот мы так с ним подружились. Она до сих пор жива, вот. Но он вот уже умер от этих всех невзгод. Вот. Поэтому тут апостол Павел, конечно, о другом говорил. Вот. А так вот, действительно, если мусульманин, вот у меня одна прихожанка вышла замуж за мусульманина. Ну и что? Вот одного ребенка она крестила, а второго он не дает. Представьте себе, двое детей. Вот, мальчик. Вот. И он противится этому. И вот что делать? Я же ей говорил, что если ты выйдешь за нее замуж, будешь иметь проблемы. Вот она вроде замужем, у двое детей, но она несчастна. Вот она каждый день плачет. Вот в браке она этого хотела? Нет, нету. Она говорит, он прекрасный муж. Ну, он чеченец. А они действительно очень такие семейственные люди. За детей прям вот все. Вот, и, так сказать, все, вот работает, старается, деньги добывать, там, разными путями, но, тем не менее, все в дом тащит. Вот, она говорит, как муж он прекрасный, но вот все равно, вот то, что у нас такой разлад, но вот все равно, вот несмотря на все его объективно хорошие качества, счастья нет, слезы.
И говорит, и бросить его не могу. Я говорю, стоп, какой бросить? Ты уже замуж вышла. Ты уже не имеешь права перед Богом. Это отец твоих детей. Да, у тебя вот один парень будет крещен, и другой не крещен. Она двоих приходит в храм, а один причащается, другой нет. Какое это будет воспитание? Что потом дальше будет с этими парнями? Как у старшего, который, ну, как бы христианин, как это вообще будет складываться в голове, если папа мусульманин? Если по статистике, если отец верующий, то дети верующие в 80% случаев. Если верующая только мать, то в 7%. Понимаете? Влияние отца 80%, хотя дети все время с матерью. Вот видите как? Поэтому это все закладывает будущие трагедии. Вот сейчас, пока молодые, хочется замуж. А потом будет хотеться, чтобы прекратились кровавые слезы.